Диагностика сахарного диабета второго типа, пациенты долгое время могут даже это не чувствовать, и они обращаются к другим, не к эндокринологу, а именно к другим специалистам. Ну и по ходу определяет высокие сахара. Для диагностики сахарного диабета второго типа в первую очередь мы определяем сахар крови натощак, сахар крови через 2 часа после еды, гликированный гемоглобин и биохимический анализ крови. И в частности еще можно определить общий анализ мочи. Почему? Я хотела бы рассказать подробнее. Общий анализ мочи мы смотрим, есть ли в наличии сахар в моче. Утренний сахар, насколько высокие цифры на голодный желудок. После еды определяем, насколько идет ответная реакция организма на повышение сахара. Гликированный гемоглобин – это трехмесячный средний сахар, определяется. Мы должны знать, в течение 3 месяцев пациент какими цифрами ходил. А биохимический анализ крови в основном определяет, для врача это важно, что насколько идет высокие ферменты, печеночные ферменты. Потому что сейчас в последнее время при ковидных состояниях у многих после ковида поднимаются ферменты. А за счет этого и поднимается сахар.